На севере страны населенный пункт Ферригат в Сагдийской области хотят переименовать в честь президента Рахмона. По сообщению местного издания «Нигахи Халк», Меджлис народных депутатов Матчинского района рассмотрит вопрос о переименовании села Ферригат на Рахмонабод, а председатель района Акбар Пачозода поддержал данную идею. Глава села Мирзоалим Мирзорахимов заявил, что якобы данная идея принадлежит самим местным жителям, которые хотят поблагодарить Рахмона. «Сейчас в нашем населенном пункте есть все условия, есть школа и медпункт, мы обеспечены постоянным светом. Жители в ответ на это и в знак благодарности президенту хотят, чтобы наш населенный пункт переименовали в Рахмонабод. Мы обратились в несколько органов, нам сказали, что будут рассматривать наше предложение», – рассказал он. Однако наблюдатель отмечает, что заявление об инициативе со стороны народа звучит крайне сомнительно, а более вероятной версией, по их мнению, является попытка местных властей продемонстрировать президенту свою преданность и лояльность, что в существующих реалиях является лучшим способом продвижения по карьерной лестнице в Таджикистане. Напомним, что в Таджикистане уже есть два населенных пункта с таким названием. В 2014 году по инициативе депутатов Хатлонской области Шороботского района село Навбулок было переименовано в Рахмонабод. Также постановлением Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 3 марта 2016 года в Шугнанском районе Гбао было образовано новое село с таким же названием. Следует заметить, что традиция увековечения своих имен еще при жизни свойственна диктаторам в странах Центральной Азии. Так, например, в Туркменистане в честь прежнего и нынешнего президента, а также их родственников названо множество улиц, населенных пунктов и других объектов. Также и в Казахстане существует множество объектов, названных в честь Назарбаева, а не так давно была переименована и столица страны Астана в Нур-Султан. Наша столица должна носить и имя нашего президента и называться Нур-Султан.